Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня 4 февраля. У нас по-прежнему отличная погода. Температура воздуха где-то около 17-18 градусов. Сегодня целый день было ясно, сейчас вот легкие облака закрыли солнце. И небо по-прежнему ясное, открытое. Люди гуляют, наслаждаются погодой. С моря дует легкий ветерок. Солнышко пригревает. Морешко плещется. Вода в море спокойная, прозрачная. Так что у нас, как всегда, в Сочи отличная погода. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!